Есть тайна эзотерическая. Смотрите, у меня есть вот такой шарик. Он черный, он сделан из агата. Если его разбить, то в середине он тоже черный. То есть это не черное стекло, оно непрозрачное. Обычно я делаю так. Я беру черный шарик и говорю, пусть представляю лицо человека, который мне должен, вот там, в этом шарике, и произношу, вот видите, плюсики начали ставить, и произношу, пусть тот человек, который мне должен, сидит в этом шарике до того момента, пока не отдаст мне полностью деньги. Могу еще написать имя его на бумажечке и положить этот шарик вот так вот на... Есть второй вариант. Взять, допустим, бусину черного цвета. Он еще лучше. Допустим, очень хорошо из шунгита. Взять бусину черного цвета, представить в этой бусине человека сидящего и сказать, будешь сидеть в этой бусине, пока мне полностью не отдашь все деньги. И потом эту бусину необходимо на ниточку одеть, на шею и носить. После этого отдаст, можете не сомневаться.